Здравствуйте, ребята! Усаживайтесь поудобнее. Сегодня вы послушаете очень интересную сказку. А сказка называется «Почему у медведя хвост короткий?». Можете себе представить, что в далекие времена не было у животных хвостов ни у лисы, ни у осла, ни у кабана, и только лев мог гордиться своим хвостом с кисточкой на конце. А знаете, жить без хвоста очень тяжело. Ни мух отогнать, ни следы замести, убегая от охотников и врагов. И вот до звериного царя льва дошла весть о мучениях его подданных. Тут же издал он указ. Каждому зверю, будь он большой или маленький, явиться получать хвост. Лев проявлял заботу о своем народе. Царские гонцы разбежались, разлетелись во все концы. Сорока на хвостах весь разносит, кукушки горланят указ во все горло, дятел в особо дальние районы леса отбивает телеграммы, всех предупредили, всем рассказали, и буку, и оленю, и кабану, и кунице. Только до медведя никак не докричаться. И куда он подевался? Еле-еле в берлоге его сонного отыскали, разбудили, растолкали и тоже на раздачу хвостов позвали. Но медведь не торопится, идет себе по сторонам, оглядывается, к разным звукам прислушивается, к запахам леса принюхивается, мед ищет. А то разбудить-то его разбудили, а накормить-то не накормили. Так не годится. Тут заметил он на липе дупло пчелиное. Вот и славно, подумал, подкреплюсь и к царю за хвостом отправлюсь. Влез на дерево медведь, лапу в дупло запустил, а там меду полным-полно, вкусного, душистого. Как тут уйдешь, пока все не съешь? Вот он немного и задержался, наелся, и тут обнаружил, что испачкалась шуба в меду. Непорядок, размышляет, таким грязным к царю идти нельзя. Пошел на реку мыться, а после прилег подсохнуть, передохнуть. Да разморило его на солнышке. Заснул медведь, только храп по всей поляне раздается. А звери уже стали собираться к царю. Самой первой лисонька прибежала, сразу же заприметила кучу хвостов, которые у трона лежали. Каких только не было: длинные, короткие, пушистые, голые, толстые, тонкие, серые, белые, пятнистые, полосатые. Плутовка сразу к делу приступила. «Милостливый царь, — говорит она льву с поклоном, — ты видишь, кто раньше всех откликнулся на твое повеление явиться? Я! Так позволь же мне выбрать хвост, какой захочу». «Что ж, я не против, — отвечает лев. Лиса кинулась к хвостам, всю кучу разворошила, да и откопала самый красивый, рыжий, длинный, пушистый, с белым кончиком, и сразу же улизнула. Вдруг царь передумает. Тут подоспела белка. Хвост ей достался красивый, поменьше, чем лисий, но все же знатный. Лошадь выбрала длинный хвост, состоящих из отдельных волосков. Таким удобно мух отгонять. Ударишь по одному боку — 5 мух прибьешь, по другому боку ударишь — еще 5 мух сгинут. Хорошо, — заржала от удовольствия лошадь. Последним прискакал зайчишка-трусишка. «Эх ты, — сетует лев, — пришел бы пораньше, подобрали бы тебе что получше, а теперь у тебя один хвостик остался маленький, да куцый». «Так мне как раз такое нужно, — обрадовался зайчишка. — Ни волк, ни собака не смогут за него ухватиться. Глядишь, и убегу от врагов». Доволен лев остался, что всем угодил. Сладко потянулся и пошел спать. В это самое время проснулся на лужайке медведь. Солнышко уже закатилось за лес, стало прохладно, вот он и пробудился и задумался,
Что-то я должен был сделать, куда-то торопился. Ах, да, к царю за хвостом. Вот беда-то. Сердиться он будет. И медведь помчался со всех лап догонять день. Да только все равно не успел. На поляне перед царским двором было пусто, ни хвостов, ни зверей. Рассердился косолапый, разозлился, заревел даже и побрел во свояси. А навстречу ему барсук спешит, поторапливается, не может хвостом своим налюбоваться. «Эй, барсук!» – крикнул медведь. «А ну-ка давай сюда хвост! Тебе он совсем ни к чему, а мне пригодится!» «Я тебе, медведь!» «Тебя, медведь, конечно, уважаю, только хвост не отдам. Разве можно такой красоты лишиться?» «Не хочешь отдавать?» – взревел медведь. «Ладно же, я у тебя силы отберу». И схватил барсука. «Не отдам!» – завопил барсук. Рванулся и побежал так быстро, то что даже не заметил, как оказался в соседнем лесу. А медведь смотрит. В лапах у него кусок шкуры барсучий остался. Самый кончик хвоста поразмыслил он, почесал затылок и прицепил себе этот кусочек. Вроде хорошо. Потом еще почесал затылок, да и пошел опять мед искать. Барсук же. Барсуку не до еды. Что если медведь придет и остаток его распрекрасного хвоста заберет? Метался барсук, метался. Наконец вырыл себе под деревом нору и поселился в ней. А рана на спине, в которую медведь ему разодрал, зажила, и осталась там только темная полоска. С тех пор такая полоса есть у всех барсуков. Через пару дней пробегала мимо барсучьей норы лиса, заглянула внутрь и спрашивает: «Давно тебя не видно, сосед, где пропадаешь? И чего, под землю переселился? Или наверху места мало?» «Мало, сестрица», — отвечает барсук, — «ищет меня повсюду медведь, хочет хвост мой забрать. Самому-то ему хвоста не досталось, такие дела». «Ой-ой-ой», – забеспокоилась рыжая кумушка. «Это ж если медведю барсучий хвост хорошим показался, то на мой-то он точно позалится, мой краше, пышнее, ярче». И побежала лиса себе искать укромное местечко, чтобы от медведя спрятаться, но так и не нашла ничего надежного. Тогда она вырыла себе нору, как у барсука, улегла с ней, укрылась своим роскошным хвостом и уснула. Ну вот, теперь вы знаете, почему у медведя хвост короткий, а барсук и лиса в норах живут. Вот и сказки конец. Ставьте лайки, деточки, и подписывайтесь на мой канал.